закончил полировку этого браслетика. К слову сказать, как бы это странно ни звучало, это браслетик будет для одного индонезийского мальчика. У него очень особые способности. Ну, я не буду афишировать какие, но это особенный мальчик. У него очень сильно будет развито шестое чувство. И он сможет очень сильно помогать людям. Он сможет лечить их, давать советы, в общем, помогать действительно людям лучше любого доктора. Это, даже я это чувствую, несмотря, к слову сказать, ну так, к слову буквально, что там один человек, который действительно спасает, в Индонезии спасает людей, я уже для него делал камень, яшму, кто видел видео, посмотрите, кто не видел, точнее, видео, посмотрите ролик, вот, я делал для него яшму, и он через нее почувствовал и буквально расписал меня всего наизнанку, меня аж... Ни один гороскоп, по-моему, так не распишет. Он все расписал, он прочувствовал все мои мысли, абсолютно все. И сказал, что у меня очень сильно развито шестое чувство. И что я тоже, в принципе, могу помогать людям. Вот. Ну, не буду тоже афишировать. И вот этот мальчик обладает такими же способностями. И он будет продолжением вот того мужчины. Это его племянник, скажем так. Он продолжит его путь. Но у него есть тоже свои небольшие, так сказать, нюансы, но я не буду афишировать тоже, как, все-таки это дети, и вот именно для этого ему нужен браслет, и я решил его сделать из чистого серебра. Вот я его 2 дня ковал, придавал форму, но это чистое серебро, конечно, надо быть готовым, что металл хоть и ковкий, но он мягкий, как ни крути. Поэтому была принята идея, которую я, не знаю, буквально попутно придумал. Я отковал себе еще вот такую вот проволочку. Херово, что качество фотки плохое, извиняюсь. Вот. И я хочу вот эти вот части вот этой проволочкой так обмотать и как бы их вот друг с другом зафиксировать. И эти ушки не дадут ему разогнуться. То есть он их зафиксирует. Браслет сможет менять, так сказать, размер немножко вот в этих пределах. И в то же время немножко он будет... уменьшать размер, если есть необходимость. Но тут будет, скорее всего, увеличение размера большей части. Но он не даст разогнуться, потому что, повторюсь, чистое серебро 999 пробы, оно плохо держит форму как таковую. У меня был серьезный диспут 1.5 года назад с товарищами-ювелирами, когда я себе сделал из остатков чистого серебра швензы. Не себе, в смысле, а для работы. Вот. И... они очень ругали за то, что так не делают, так не положено, надо добавлять медь, надо добавлять то-се. Ну, в общем, я просто захотел сделать из серебра швензы, я сделал. И люди с успехом пользуются, нет аллергии, самое главное, потому что я знаю большинство женщин, аллергия возникает даже на серебро 925 пробы из-за сплавов. Потому что бог его знает, кто туда что валит. Какие металлы, у кого-то на цинк аллергия, у кого-то на никель, у кого-то даже на медь бывает, слышал такое. Хотя медь, по мне, тоже не менее магический металл, чем серебро, но серебро все-таки это действительно магия воплоти, что называется. Оно помогает, оно спасает, оно сигнализирует. В конце концов, оно украшает. Вот, в общем-то, вот так вот хочется сказать. Поэтому я захотел это сделать браслет, потому что я так чувствую, не знаю. Я чувствую этого ребенка, я чувствую этого дядю, когда он через камень что-то общается, передает, может быть, даже какую-то информацию. И, в общем-то, становлюсь, наверное, от этого мудрее. Поэтому я просто захотел, я ничего за этот браслет брать не буду, никакой платы. Я просто делаю его от сердца. Все свои работы я делаю от души, но вот этот браслет я делаю от сердца. Я заряжаю его своей энергетикой, и пусть этот ребенок будет счастлив, как говорится. Пусть он его оберегает, защищает, и все будет хорошо. Поэтому, в общем, продолжаю работу. Наверное, все, что я наговорил на 4 минуты, надо вставлять было к концу ролика. Ну да ладно, продолжим. Всем пока. Так, ну вот, в общем-то, сделал то, что сделал. А получается, что кусочек серебряного, ну, прутка, остатки, скажем так, я их как смог, конечно, через филерную доску вытянул, но... не знаю, все-таки, да, действительно, ювелиры правы в этом плане, что серебром тяжко работать, оно очень податливое, слишком податливое. Здесь, например, вот так вот, если вот я делаю, ну, не то, что легко, прям спокойно, я имею в виду, что вот эта вот пружинка, скажем так, которую я сюда намотал, она растягивается, очень податливая, но функции свои, в принципе, выполняет, то есть он может свободно ходить, ребеночку руку не перетянет в любом случае. Просто нужно будет одеть его, то есть расширить, одеть, зафиксировать. По-моему, в бог и стиле как раз такое вот используется. Как это назвать, плетение или что? Вот, поэтому сделал пока так. Но это, повторяюсь, чистое серебро банковское, поэтому... Предыдущие браслеты у этого малыша ломались. Надеюсь, что вот этот вот не только сломается, но надеюсь, что он не потеряется.
Ранить малыша не должен, потому что здесь я вроде все хорошо заполировал, вот эту внутреннюю часть. Поэтому вроде все отлично. Но пока еще думаю, еще решаю, чернить, не чернить. Или так оставить. Ну, в общем-то, вроде такой интересный браслетик получился. Так что вот, поэтому. Сейчас подумаю все-таки насчет этой пружины. С одной стороны, может быть, навить ее из чего-нибудь не серебряного. Ну, мемори проволоку нет, наверное, но может быть не зильбер. И полностью вот этот промежуток вот замотать. Может быть, так посмотреть. Но я гляну сейчас. Просто не хочется опять мучиться плавить серебром, потому что бензин я так и не нашел, не купил. Вот. А колхозе, так как вы увидите в начале ролика, это, конечно, жесть. Это просто... Только, наверное, я таким могу заниматься. Вот. Поэтому посмотрим. Работаем дальше. В общем, совместно с заказчиком было принято решение почернить данный браслет, чтобы он был более таким мужским. И, в общем-то, чернь натуральная из серы хорошо легла. Следующий этап будет обработка ганозисом натуральным, сделанный своими руками из натуральных природных компонентов. Для детей, думаю, в самый раз будет безопасно и доступно. Так что работаем дальше. Помимо того, что это какая-никакая защита, защитный слой поверх вот этой вот черни, а опять же, элемент получился вот подвижным довольно-таки за счет вот этой естественной смазки, назовем его так. Вот. То есть, в принципе, он не должен ни руку сдавливать, и в то же время он не даст раскрываться или разломаться, разогнувшись браслет. То есть, это фиксация. Максимум, что может случиться, это с детской ручкой, он просто потеряется, упадет, но его, по крайней мере, будет легко найти. Во всяком случае, я на это надеюсь. Поэтому вот такой вот браслетик получился. Да, камеру потом еще сниму на фронтальную, на основную камеру. Сейчас на фронтальную снимаю. Вот такая вот вещь получилась. Носиться, я думаю, должен будет вот так вот, чтобы не привлекать особого внимания. И в то же время эта часть тяжелее. Опять же, на детской ручке, я так почему-то думаю, она перевесит. И он будет принимать такое положение. Острых частей здесь нету. То есть даже вот салфетка, она не рвется, не цепляется ни за что. А нам больше и не надо. Я думаю, вот так вот. Ну, потом еще форму посмотрю, придам, наверное, более овальную. Может, вот это уже достаточно. То есть вот этот элемент, он подвижный. И цвет получился классный. Такое тонированное серебро, без всякой там матовой черни вот этой вот. Мне нравится, по крайней мере. Мужской браслет, однозначно. Ну и вот, собственно, вот такая вот красота получилась. После всех работ, после черни, после защитной восковой пропитки. Вот такую вот текстуру с оттенком мы имеем. Но мне очень нравится, если откровенно. Как бы это все показать поближе, сейчас попробую. То есть вот такая получилась фактурка. Ну, мне кажется, для маленького мужичка это самый раз. Что-то такое, даже бохо стиле, мне кажется, я точно видел. Ну, как говорится, наверное, себе даже такой же сделаю, похожий. Но с чистым серебром, да, повторюсь, работать, конечно, фактически нереально. Очень тяжело, потому что оно слишком податливое, слишком мягкое. Но я очень надеюсь, что форму он все-таки будет держать на малыше. И... этот браслет будет выполнять свои функции не как просто украшение тела, а как защита души, скажем так, и тела.
Вот, в общем-то, вот такая красота получилась. Поэтому всем добра. Ставьте лайки, не жалейте, пишите комментарии. Пока-пока.